Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. Карачаево-Черкесия занимает первое место среди субъектов СКФО по количеству тестирований на COVID-19. С начала года в лесах республики проведено более 3500 патрулирований. В регионе появится первый молодежный проектный офис. В Архызе пройдет экоигра по сбору мусора. Далее об этих и других темах подробнее. Правительством страны принято решение оказать поддержку нашей республике в обновлении и укреплении гидросистем, что позволит обеспечить их нормальную работу во время сезонных паводков. Речь идет о капремонте дамбы длиной около 2,5 километров на реке Малый Зеленчук в Адыгехабле, а также двух берегоукрепительных сооружений на реке Шкакон в селе Джага общей протяженностью свыше 3 километров. Проведение работ позволит предотвратить ущерб и защитить от подтопления. Срочное завершение работ на столь важных объектах станет еще одной страницей столетия Карачаево-Черкесии. Юбилей республики мы рассматриваем как важный повод сделать большее для развития региона и повышения уровня жизни наших жителей, написал глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. По всей стране проходит масштабная модернизация почтовых отделений в сельской местности. В этом году в Карачаево-Черкесии модернизируют 15 почтовых отделений. Мониторинг ремонтных работ провели депутат парламента республики Фатима Карданова и директор управления федеральной почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов. Они посетили почтовое отделение в селе Счастливом и поселках Октябрьский и Майский Прикубанского района. В ходе встречи работники почтовых отделений высказали ряд замечаний, которые в ближайшее время будут устранены. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но не реализованную продукцию. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства, на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Заместитель главного редактора газеты «Абазашта» Руслан Кылычев и заместитель директора Карачаево-Черкесского книжного издательства Ханафи Хасанов приняли участие в фестивале «Территория мира», который прошел в Северосетинском селе Фиагдон. «Территория мира» – это межрегиональная коммуникативная и образовательная площадка для журналистов и пиар-специалистов. Он нацелен на выработку основных подходов к правильному и качественному освещению событий, направленных на снижение рисков совершения террористических угроз, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Первый молодежный проектный офис откроется в Карачаево-Черкесии, который позволит молодежи республики сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Офис откроется уже в августе и будет включать в себя наставническую деятельность, единый информационный ресурс, образовательную площадку, онлайн и офлайн площадки для консультации, а также площадки взаимодействия и сопровождения. С его открытием более 300 молодых людей Карачаево-Черкесии научатся писать проекты и смогут их публично защищать. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии продлило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Сумма гранта от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Срок подачи заявки до 25 июля. Об этом сообщил министр туризма и курортов Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения.
Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которая включает в себя создание и обустройство пляжей на берегах рек, озер, любых водоемов. Третья мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство, соответственно. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. В Карачаево-Черкесии в рамках противоэпидемических мероприятий продолжается бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию лиц с симптомами респираторного заболевания, у которых врач заподозрил COVID-19. По количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения Карачаево-Черкесия занимает первое место среди регионов СКФО и входит в топ-15 субъектов Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии пока остается стабильной. Последние два месяца число новых случаев инфицирования не превышает 4 в сутки. С начала этого года в лесах Карачаево-Черкесии проведено более 3500 патрулирований. В рамках контрольных мероприятий проверяются места заготовки древесины арендаторами лесных участков, а также осматриваются транспортные средства, перевозящие древесину. В ходе патрулирований выявлено 17 фактов незаконной рубки лесных насаждений, 8 из которых являются латентными преступлениями прошлых лет. В общей сложности по 8 случаям удалось установить личность лесонарушителей. Выезды проводятся в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На базе центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаево-Черкесии открыты двери центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра – будни с 9 до 18.00. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и смс-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер, срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте.
не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей. И установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживайте его в актуальном состоянии. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской Республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступает Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкесский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и Высокогорный креативный кластер. 7 команд студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа приедут в курортный поселок Архыз, чтобы принять участие в экологической игре по сбору мусора. Команда-победитель в качестве награды получит сертификат на отдых в Карачаево-Черкесии. Завершающим мероприятием проекта станет социальная инициатива, которая определила его название «Пластиковый путь». Весь собранный во время игры мусор будет направлен на завод по сортировке твердых бытовых отходов. Очищенный и переработанный пластик будет передан в общество с ограниченной ответственностью «Селена», которое, в свою очередь, переработает его в синтепон, из которого будут изготовлены комплекты одеял и подушек. Эти комплекты будут распределены по нуждающимся семьям республики. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 24, в горах местами до плюс 17. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 23 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии. Техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж, улица Октябрьская, 56, телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты! Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего – бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале госуслуг и получите ответ в течение суток. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!